Индийские ювелиры стараются превратить защитные маски в изящные и роскошные аксессуары. В Сурате эти изделия украшают бриллиантами, как натуральными, так и искусственными. Людям маски нужны будут и в будущем. Мы украшаем их золотом, а также искусственными и настоящими бриллиантами. За такими масками приходят клиенты, которые хотят подчеркнуть свою индивидуальность. Я взглянула на маску с бриллиантами и поняла, что она привлекательнее других ювелирных изделий. Мне понравилась одна маска, которая подходит к моей одежде, поэтому я купила ее. Маски с искусственными бриллиантами стоят $2000, а с настоящими драгоценными камнями от $5000.